Музеи Югры презентуют свои проекты на международном фестивале «Интермузей». Ежегодно на своей площадке культурный форум объединяет до 400 российских и зарубежных музеев. В этом году фестиваль проходит в новом формате – цифровом. Он посвящен 75-летию Победы. По этой теме в свои проекты в интерактивной экспозиции представили сразу 7 югорских музеев. Так, Государственный художественный музей в Ханты-Мансийске покажет произведения советских и российских художников, написанные в годы войны и после нее. В частности, это эскизы Дайнеки, афорты Остапова из серии «Блокадный Ленинград» и произведения Райшева из серии «Опаленные войной». Этнографический музей под открытым небом Торума презентует фотолетопись воинов из числа Ханты и Манси, сменивших маллицы на шинели. А Сургутский краеведческий музей напомнил о самоотверженности горожанок в годы войны. Об их вкладе в победу рассказывает экспозиция «Фронтовые подруги».